Доброго ранку, гості вже поруч з нами. Шановні, Марко Дошляк, міжнародний експерт з місцевої економіки та розробки стратегії місто Ніж, Сербія, та Василь Гошовський, позаштатний радник Миколаївського міського голови. Добре утро, good morning, nice to meet you. Ви, я знаю, що в нашій країні з 2014 по 2015 год, да? То есть уже освідомлені, хорошо знаєте о нашій країні, сейчас уже о нашому городі. Сьогодні будемо говорити о стратегії, о розвитті городів. Смотрите, четверть українських городів не мають розвитку стратегии города вообще. Эксперты говорят, что из этого города живут хаотично, без какого-то видения. Как по поводу Николаева? Хотелось бы вас, как эксперта, как нашего помощника, очень интересно знать. So I will speak in English, because... Yes, of course. Well, basically, I first would like to thank you for the opportunity to have me here to explain you our best practices and what we are doing here, because it's very important for all of your citizens to understand that what we do here is of best interest for all of them. Марко благодарит за, в первую очередь, за то, что за приглашение и возможность сказать о том, что на самом деле стратегия это очень важно для развития города. What we do here is one crucial document which will put together all possibilities and in every possible aspect we have four of them which will enable your city to grow as and fulfill its all potential. Мы должны разработать один большой всеобъемлющий документ, который будет описывать все возможности для развития города. И на сегодняшний момент он включает в себя четыре главных направления развития, которые обеспечат стабильность развития города в будущем, экономического развития. Что это за? These four directions are infrastructural development, economic development, social development and good governance. Эти четыре направления – это развитие инфраструктуры, социальное развитие, развитие социальной сферы, развитие экономики и главное – это good governance, то есть качественное, хорошее управление городом. Considering the fact that your city was a huge shipbuilding, had a huge shipbuilding industry and you have a big industrial heritage, infrastructural development which would be linking with the transportation and creating your city as a transportation hub and logistical hub would be very, very important for in this part created which is linked to infrastructure. Если рассматривать со стороны развития инфраструктуры, то поскольку у Николаева очень большое наследие в судостроении, очень большой потенциал в инженерах, в машиностроительстве также, то это даст возможность быстро и достаточно мощно развить транспортный хаб, то есть транспортный узел, который станет основным направлением на несколько ближайших лет для развития города. It's in ever-changing world, in very fast economy that we are living now, it's so important that you have flexible local entrepreneurs and flexible economy which would allow you basically to do it in a timely manner and making your city much more attractive for direct foreign investment. В современном мире, когда все очень быстро меняется, очень быстро развивается, очень важно, что в городе также есть достаточно большое количество небольших предпринимателей, которые быстро могут меняться, приспосабливаться и обеспечивать как привлекательность для инвесторов внешних города, так и возможность быстро отвечать на вызовы. That's why we are creating some sort of a very famous, worldwide famous local economic development instruments, which will allow us to do such a thing. Поэтому мы должны быстро и качественно создать инструменты местного развития для того, чтобы они смогли ускорить развитие города именно в этих аспектах. Как? Каким образом создать этот инструмент? Мне уже хочется чем быстрее, тем лучше. So, apart from what I said and what my colleagues told me, Mykolaiv has a very strong entrepreneurial culture, especially in ICT. В Николаеве, как Марко уже увидел и как сказали коллеги, которые собирали информацию для эксперта, это то, что в Николаеве есть очень мощная IT-сфера развития уже в малом бизнесе. But we would like to boost this development by creating
For example, ICT incubator, which will allow for further development of this sphere. Для того, чтобы ускорить развитие такого, необходимо создание IT-инкубатора для того, чтобы, во-первых, ну, подобрать людей, которые смогут, и создать много новых маленьких бизнесов, которые смогут развиваться. Then we will go to transformation of this incubator in accelerator, and the main difference is basically that accelerator attracts investments and work with domestic companies in making them better for foreign market. После этого, после того, как он будет создан, он должен будет превратиться в ускоритель, акселератор, и таким образом он сможет привлечь и местный бизнес, в том числе, для быстрого развития и увеличения их потенциала. Это кто будет инкубаторствовать? Чиновники, власть, а люди им помогать будут? Или как это все будет происходить? What we have here as a plan is that the regional development agency that I'm helping them basically with all this strategic planning, they're going to be the one who is going to ask for funds to implement this project. Инструментом для создания такого инкубатора, который превратится в акселератор, будет агенция местного развития, агенция розыска Николаева, которая будет в сотрудничестве с большими фондами, с теми, у кого уже есть опыт создания в других городах мира таких инкубаторов, создавать, привлекать их для того, чтобы создавать такие структуры здесь. And then the management of the further management of the incubator will be by the incubator itself, or the agency will continue to work, but it's a matter of discussion. Ну и в дальнейшем уже либо сам персонал уже агенции, который будет со временем подбираться, развиваться, будут оперировать инкубатором, акселератором, либо люди, которые останутся здесь из фондов, которые будут его создавать, это уже инструмент. Как бы не инструмент, а объект для, ну, для дискуссии, скажем так, да, но это уже будет видно после того, как они будут созданы. Да. А вот скажите, вот вы в принципе сложили свою концепцию, вот как, что, зачем будут развиваться. А возможно, есть ли у вас какие-то вот конкретные сроки, то есть вот до такого-то года или месяца, да, в Николаеве будет вот это все реализовано, то есть какие вы ставите между собой, перед собой временные рамки вот для реализации этого всего? So, at this point we are creating strategy to last from 2016 to 2021. Ну, для этого создается стратегический документ с 2016 по 2021 год, то есть на 5 лет. After we finish this, and it's going to be finished by the beginning of March, then we will have a concrete strategic plan. In this concrete strategic plan that we are going to finish till May or June maximum, we are going to put every potential project with concrete timing and implementing body. После того, как документ, общий документ будет закончен, закончится разработка документа, это будет до начала марта, будет продолжаться работа над созданием уже большого документа, где будут прописаны все сроки выполнения потенциальных проектов, ответственные структуры за их выполнение. И это будет закончено до конца мая, возможно, до начала июня. As a more or less direct answer to your question, we had some sort of already internal planning, and we want to start with an incubator as soon as possible. So our plan is to start with an incubator summer, beginning of autumn, and to finish it within 9 months approximately from that time. So within a year from now, more or less, we are thinking that incubator will be operational. Также, если говорить уже конкретно о создании инкубатора, то мы уже эти планы мы уже обговаривали в прошлую пятницу, кстати, о планировании работы самой агенции. И если говорить о реальных сроках выполнения, то на протяжении года возможно сделать так, чтобы инкубатор уже мог работать. У меня столько вопросов к вам, я бы тут вас на целый день еще задержала, но время, оно такое очень коротенькое, и вы заняты, вопрос все-таки. Хорошо, год, время, месяц, понятно, каким будет Николаев через это время? Вот опишите, вот, каким нам его ждать, каким мы его увидим, please. Как он изменится? So basically, Mykolaiv has a huge potential, and our goal here is to create, first of all, this atmosphere that changes are possible, because
I've been in Ukraine 8 times already and spent a lot of time here in many cities of your beautiful country. And people here have so much potential, but they are not using it in full so far. So we want to change this. This is like the message. У Николаева огромный потенциал, и на самом деле главная задача стратегии на первых этапах – это заставить людей поверить в тот потенциал, который у них есть, и они должны понять, что они должны его реализовывать. Марко уже 8 раз был в Украине, и каждый раз он приезжает в нашу прекрасную страну, и он видит, что у нас огромный потенциал, но очень часто люди не видят этого потенциала и не верят в то, что они могут его реализовать. So basically, we will create everything which is within our power, and we will create the atmosphere where people will want to have this change. So this is something that we will do in the next 5 years, and it will for sure give results because you have here who want the people who want to work, who know how to work, and they will help us all, you people of Mykolaiv, to move in this direction. Поэтому главная задача – это создать атмосферу, которая позволит людям поверить в себя, покажет, что в Николаеве есть власть, городская власть, которая может реализовывать план, может показать, как этот план и как этот потенциал может быть внедрен в жизнь. Mm-hmm. И, соответственно, тогда люди тоже в себя поверят, тоже поверят в то, что город действительно станет логистическим транспортным хабом, станет транспортным центром Южной Украины, станет большим инженерным центром. Ну, я добавлю немножко от себя, но тем не менее, это то, о чем мы уже работаем. Да. И поэтому сейчас главное, чтобы каждый николаевец через полгода знал и признавал о том, что эта стратегия действительно их города, что действительно через 5 лет это можно сделать. Uh-huh. И первые задачи для нас, как разработчиков этого документа, такие, а дальше уже это выполнение плана. Как долго вы еще будете нам вот, в Украине, Николаеве, будете помогать? I'm finishing my visit to your beautiful city this weekend. But since we made such a big plans, I'm kind of sure that I'm gonna come back relatively soon and help development agency to implement their plans. Данный визит заканчивается на этом в конце этой недели, но да, но Марко будет поддерживать с нами контакты, мы будем с ним также поддерживать, потому что очень плодотворная работа, очень интересно, огромный опыт у Марко в такой работе, и поэтому Марко надеется на то, что контакты будут близкими, мы будем его еще обязательно приглашать в наш прекрасный город, и он сможет помогать нам в реализации потенциала города. Thank you for answers, welcome. Yeah. Нам спасибо. Нужно заканчивать. Марко Дошик, международный эксперт з місцевої економіки та розробки країн з Сербії, був на звістях, та Василь Гошовський, позаштатний радник Миколаївського міського голови. Дякую вам, welcome to Ukraine, welcome to Николаїв.